Привет, мой любимый зритель, ты смотришь продолжение партии за Германию в Sid Meier's Civilization 6 на шестерых с последним обновлением и патчем и с режимом варварские кланы. Если ты случайно наткнулся на это видео, то лучше перейди к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику, всегда лучше смотреть с самого начала. Всем остальным приятного продолжения просмотра. А кто там взял на трудовую... Ислам... Тропическую. Слушайте, там у турка будет очень неплохое производство. Сколько у него? То есть тут в будущем 8. Посчитать. 6. Как-то он странно поставил. 1, 2, 3. То есть, например, вот здесь у него был бы. Нет, даже вот здесь. 1, 2, 3, 4. Интересно, турок, ты священные места ставишь? У тебя, например, вот справа от Стамбула было бы же. На плюс 5 получается, если не на 6. Или ты не мог ставить, типа, не открыл вырубку тропического леса? Ясно. Ясно, понятно. Черения, ты точно по счету сходишь? Я посчитал. Да. Третий раз одновременно нажимаем и как-то в твою пользу. Ну, как зритель, я могу подтвердить, походу, да. По счету времени. Тут целых 7 свидетелей. Свидетели Челлини. Так. Водяная мельница. Так, навигацию по звездам, го. Потом верховую езду, гавань, 3 хода. Мне вахи не гавань нужна будет. Давайте, наверное, амбар 2 хода построим. И потом просто отложу 1 ход. Так, сделаем. Вообще, город отстоял, в принципе. И это хорошо. Продолжай, бро! Ты его вроде 5 хода назад отстоял, не? Я говорил, я, может быть, отстаю, тогда говорил. Сейчас отстоял. Успех, успех. Так, акведук у нас только вот так ставится, да? Кампус, я думаю, что мне надо вот здесь ставить. Точнее, я не думаю, точно только там. Она как забавно все повертается. Когда-то не тогда, если тут кампус... Американца на слабах. Можно теперь здесь он отстаивает центр свой коммерции... Город. Да. Ну все, я сейчас тут Китай. Акведук, я тут... сейчас. Блин, ну тут каменолом не слушайте. Себе на помощь. Ну не, наоборот, смотрите. Сюда. Или это Китай, центр коммерции надо. Сюда. Нет, я позащитился. Это все прекрасно. Блин. Сюда Ганзу и тогда сюда акведук. Индонез, можешь 100 голды? Амбар, потому что надо расти, чтобы влиять лояльностью. Ну да. После этого можно и строителя будет сделать. Можешь кинуть, так. Просто у меня не получается тебе сделку кинуть. Ну, все равно 1 ход, да, рост. Вот. Ладно, хорошо. Давайте апнем. Окей. О, там еще кто-то хотел. Бандар Брюней как раз. А, ну да, помню. Но я забыл. Я так понял, типа, если ты первый монополизируешь какой-то ресурс, тебе дополнительная голда, да, идет? Туризм. Ну, там и голда какая-то, но монополии появляются только когда ты, собственно, корпорации открываешь, то есть... Вот у меня, смотри, да, идет, ну, золотоход, я смотрю, плюс 30 от монополии редких ресурсов. Плюс 30 прямо? Да, да, аж плюс 30. Вот я поэтому и спросил. Ничего себе. Ну, что, пойдёт-то? Ну, давай. 1, 2, 3. А блин, здесь 8. Не показывает золото, да? Плюс за что? Mm-mm. Интересно было бы посмотреть. Так, слушайте, а вот этим я, наверное, пойду обработаю крабы для Дортмунда. Чтобы он рос. И тут, наверное, крабы для Берлина стоит. Да, крестовый поход, читерство какое-то. Забавно смотреть, как кавалерия ну, разбивается да. Катапульту. Да, да.
конь убился о катапульте. Это прям вообще жесть. Ну я сам виноват, чёрный. Я надо было тоже религию основывать. Я что-то про... Хватил город. Так, 4 хода. Я, наверное, этого сюда поведу. Ну, а этим уже обработаю пряности. Ага, вот тут еще можно будет, если что. Но все равно так оплывать, либо здесь приплывать, и так мема. Идти. Я обязательно выживу. Обязательно отстоим. Я не помогал только своим присутствием. Так я ему нихера не помог. Моральную помощь и поддержку оказал, оказал, значит помог. Офигительно, Бандар Брюней стоит. Кстати, похоже, Бандар Брюней как раз из... Так, театральная площадь, акведукт. Давайте, наверное, зал для приемов. А вот торговца, пожалуй, в Берлине. И хотя нет, тут через 2 хода будет... Нет, тут надо центр... А, блин. Вот куда мне надо. Мне тут надо вырубить. Бар. Ладно, давайте торговца. Как ты генерал-то? Его за веру купил, да? Почему? Конечно. Блин, там все на генералов пособия. Вообще нету военных лагерей. Кстати, что у нас по... Ну, по развитию мы все делаем. Просто сейчас воевать с таким... С кем-то нападать вот из этих, это просто завязнуть. Но Египту надо это делать. Я интересно, уверен, что Египет, если, скорее допустим, всего, на турка нападет. На Америку наслать варваров и... Он хочет уже так собраться. Чел, варвары на других игроков, кроме тебя, не работают так сильно. Подожди, подожди. И типа, и варвары будут атаковать, допустим, вот. Там, по-моему, если ты платишь их деньги, нанимаешь, у них снижается как раз очки, то есть они позже станут ГГшкой тогда. Там же написано даже, заплатить, чтобы он... Клан получит... А, нет, наоборот, получает 8 очков. Не, они наоборот, да, получают. Да. Не, смотри, заплатить клану, чтобы он напал на соседнюю цивилизацию, клан потеряет 5 очков развития. Так что он теряет все-таки. Если ты платишь, чтобы напасть на кого-то, то он теряет. Все, спасибо. Давайте, наверное, все-таки священное святилище, так? Ладно, можно уже без счета, на самом деле. Тут без вариантов. Как бы крестовые походы плюс генерал. Еще одна волна пошла на меня от американца. Право прохода. Ну, что? У вас там весело, я смотрю. Веселее, чем тем учебом. Ой. Но при всем при этом, как ни странно, Китай не отстает ни от... ни от серы, ни от... молочка сметанки. Ну, на самом деле, это единственная игра, где я брал прокачку на науку первой, а не на культуру. Ну, у пинга. Блин, я в нормальный век выхожу. Улучшение китайское на золото, вот эти стена прикольная тоже. Ну, слушай, видите, 0.9. То есть я получаю... Вот это другие эффекты плюс один, это как раз от мечника. Я не знаю, может быть, еще кого-то встретил. Вот видите, мне нужен счастье. От счастья вообще пока не получаю плюсы, но в принципе Кёльн держится. Если соседи не выйдут в золотой век, то норм. Я отращу этот город. Так, тут мы пропускаем... производство, чтобы гавань начать строить. Скажите кто-нибудь, какой ход сейчас в игре? 56-й. Мне кажется, это не Челинь отстал, а просто у остальных нет места для кампусов. Ну, это ну я хочу сказать, что у нас на континенте тоже все очень грустно, в плане у нас максимум 28 науки и Индонез, это последнее, 29 это культуры. Не шибко, у нас не шибко больше. Вот я и говорю, что как бы места такие очень странные. У нас меньше.
Аристократ, помнишь, мы говорили про чудо Стоунхендж, что она бесполезная? В этой игре она очень полезна. Кто у меня там Стоунхендж забрал? Не, Китай? Ну... Вообще-то Стоунхендж за Китай кайфово ставит. Ну классно, Китай у меня и украл. Оно не бесполезное, оно по производству... Оно по производству хуже, чем священное место. Но если у тебя есть условия определенные, да, то есть, извини, когда ты за Китай действительно можешь ускорять его, да, то это другой вопрос. Ты же священное место не можешь ускорить за Китай, а Стоунхендж как раз можешь. То есть это мы говорим вот просто в универсальных условиях, когда... Кроме того, ты все равно не можешь распространять религию без священного места, правильно? Я смотрю, между Члинио и Андром есть очень интересное место для кампусов. А, тут на Бостон практически метеоритный дождь полетел. Так это тебе только хуже, он за юнита получит. Плохо, что он полетел. Это кара богов. Грузия, сделка. Так у меня есть очередь. Да? Какая неожиданность. Да, конечно, я тут науки получил с этого, с этой монументальностью и вообще ничего, считайте. Так. Я. Давай. На, а что у тебя есть? Начай. Давай. Алден, у меня картинка с лучниками закрывает обстрел города. Когда я нажимаю, короче, вот это справа на дальнобойную атаку, меня переносит в меню показать информацию о городе. Приблизь класс. Город ближе. А, спасибо. Это слишком сложно, Алексей. Да. Я не хочу пока. Прикольно, молочко, там еще в самом низу лавента есть. Там где Лиссабон? Ну, между Лиссабоном и Рапануи ниже. В самом низу, в снегах просто. Так, продолжим дружбу с Египтом. Он, видимо, может этот... А, уже лагерь. Примерно. Египет, предложение. Может, еще Китай, пойдешь на Бостон? А что там, монгол присоединился к Распилу? Кто? Не понял. США, ты чё? Кто? Я думал, ты Индонезия. Понятно. Если кто-то хочет, можете, в принципе, там немножко городов забрать. Давайте помолимся. В священном месте я хочу быстрее религию принять. Я опять буду ставить город там, где он мне его сжег нахер. Так, где нам здесь ставить? Видите, у нас получилось там, где самое большое количество веры можно дать, у нас получилось здесь ресурсы. То есть, например, вот сюда было бы священное место вообще офигительно. Но у нас тут ресурс. Все, получается, видимо, сюда надо ставить, то будет плюс 5. Начинает. Ну, сорян, я не скликнул. И как ты не успел убрать его? Так, давайте, пожалуй... Серебро тут обработать. Я жду, пока он торговать. Там ГГшкой. Два серебра. Ну, точнее, можно будет фабрику делать в Гейдельберге. Дальше у нас тут гипсы. Я бы, наверное, кстати... А бегает ли... Блин, где мне надо производство? Я бы, наверное, из Блин, или из... Кёльна. Надо откуда-то отправлять в Египет. Несомненно. Может, из Ахена прямо? Или из Магдебурга все. Давайте все-таки из Магдебурга. Не знаю.
Так, тут я вот прям так сделаю. Вот тут важно, что за теха, непонятно. Ее бы ускорить. Как-либо. Так, а что граната дает? Теперь алькасары. Алькасары фигня. Кстати, может какую-то ГГшку захватывать мне имеет смысл? Ну, нет, у меня нет никого рядом. Может быть, гранату имеет, если смысл. Только и лохор в будущем. Да. Да, ульм очень медленно растет. Тут нужен строитель тоже. Да, Леш, я теперь понимаю, почему ты это самое пригораешь слегка, когда мисклики происходят. Раньше у тебя были мисклики, ты не пригорал, да? Не-не-не. Раньше не было мискликов. Не, я у тебя на видео обратил внимание, что ты очень сильно это самое. Иногда бывает, что не очень хорошо сходит, и ты прям конкретно злишься. Ну, потому что... Такие же чувства. Ну да, потому что, знаешь, Цива лагнула, и почему-то я кликал в одну точку, а юнит бежит в другую. То есть как лаг вообще влияет на то, куда я кликаю? Ну, у них вообще с поиском путей прям какая-то беда. Да, вообще беда. Надо теологию пока отложить. Я хочу религию ускорить. Так, два кампуса я очень вряд ли скоро построю. О, варвары, проатакуйте всадников американца. Убежал. Хатуса хочет, но маловато дает, и надалековато там варвары явно убьют. Слушайте, а союза вообще кто-нибудь нашел где? Да. Ну, поделись. После исторических хроник. А, отлично. А союза у нас ускоряет 10 населения, да, в городе, если не изменяет память? У Алексея уже в каждом городе 10 населения. Да, правда. Чистая правда. Не 10, а 12. Ну это ты уже приврал. Тогда уж 13, чтобы райончик можно было... Приукрашивайте, приукрашивайте. Да он уже там космодром строит, ребята, можете левать. В смысле, я одно уже построил. Кошек и дуг нужен. Так, давайте... Не, ну все-таки 60-й ход, но побойся бога. Я помню. Нужна. Ладно, давайте тут еще. Видео, как люди выигрывали за один ход. Строитель. Это круто. Ну это чисто, по-моему, за счет счета, если я не ошибаюсь. Ставишь игру на один ход, играешь за Трояна и побеждаешь в культурной победой. Да, можно на счет просто поставить, действительно. Ну да, я видел то, что там люди сидели. Ролили там, вот играли за Трояна, появлялись там рядом с чудом, сразу завершали, ну, и все. Блин, образование. А, тут образование. Троян да, ну, сразу дает. Надо это, идти, я точно ученого не получу никак. Сразу, по сути, вот так вот и побеждаешь. Это вот прям 100%. А у него с чего? Я не помню, я один раз играл за Трояна. Он начинает игру только с монументом и все. Там действительно, по-моему, только на счет можно победить за один ход. С
Строители. Кампусы. Исторические хроники. Так, 7 жителей сейчас уже будет. Пингала не прокачан на культуру. Ну и в нормальный век мы падаем. Ну да, мы из золотого падаем в нормальный. Бесполезная монументальность. Я в итоге с монументальности получил 4 науки вход, буквально, не знаю, там. Блин, последний. Мне смерч это конкретно поднасрали под конец эпохи. Людей кому уже производство 10, видите? Красотень. Ну, он поставил карточку на соседство в теологии. Блять, опять варвары своими мечниками идут. Ну, это просто, я не знаю, когда они уже там ГГшкой станут. Дай им денег. Нету денег. Могу веру им дать. И в обмен на веру. Обидно. Чуть-чуть мне не хватило до золотого века. Индус, уже... сделка, пожалуйста, очень нужна. В борьбе с агрессорами. Нефрит, цитрусовый чай. Индус, давайте пилаем. Чай со шведом. Потому что нефрит еще у меня может быть когда-нибудь. Кстати, вообще, ладно. США, спасибо. Ты мне это самое ускорение сделал. Блин, и нету чая, сейчас не видно. Прикол. Нормально вообще? Ну, тогда, наверное, цитрусовые. Дарвилл, предложение. А у меня есть серебро. Ну, откажись тогда. Прям очень надо. Турция, предложение. Отличное предложение. У меня один вопрос. Зачем США объявил войну и мне, и... Денег ему мало, хочет грабить. Ну, в Индонезии я объявил войну, потому что ты мне так и не помог в войне с Китаем. Индонезия, что хочешь делать, в принципе, сейчас твоя игра закончится. Ну вот да, напоследок, так сказать, отомщу. Пожалуй, отомсти. Я выжил первый раз. В войне я выживаю. Блин, как хочется сетевой, побыстрее бы тут город поставить, честно говоря. Тут хорошее место действительно. Я бы вместо Кёльна, чтобы с ним мучиться постоянно, я бы лучше сюда привел. Но, во-первых, это долго. Во-вторых, нету смысла пока судостроение не открылось. Кстати, мне бы галеры построить еще, между прочим. Я бы в Ахене две галеры построил. То есть через три хода как раз исторические хроники. А вообще не имеет смысл именно исторических? Ну да, имеет. Я не скоро два кампуса. Они тут дальше открывают что-то. Тут наемники. Имеет смысл. Блин, жалко, конечно. Ну ладно. Места хорошие были. Возьмем. Так. У меня сначала. Давайте, наверное, исходы в английском, потому что я буду обращать свою религию. Там вот сверху, где сейчас стопудово. Махенджадара, да. И левее. Пока. Может, если ты был даже другой нации, я бы не нападал бы. Где кто-то вышел.
Я бы хотел остаться турок в прошлой игре, когда я за Галу там играл. Вот это было классно. Один просто там, очень много места, очень классно. С Кёльном проблема. Один еще и Ульм, там, кстати, отваливается. Был, можно было бы снести, наверное. Охренеть. Все классно так было. Ну, мне надо выйти в союзы и... Не поставить города, ничего. Конечно, культак. Варвары поселились рядом со мной. Швед, и там выше, Швед, там, наверное, сейчас... уже в союзах. На Хенджедаро... Там а, тоже нет, были нет, варвары. Это они военные подготовки. Не терроризировал. Нафига не военную швед, нафига военную подготовку открывают. Ну, надо было договариваться, Чилин. Я, честно говоря, не видел, что это ты. То есть я видел границы, как бы поставил город. Можно было действительно крепче. Когда я увидел американца первым, я хотел его предупредить, то, что там типа Китай, чтобы он не сидел сюда. Чтобы он не ставил Чарльстон. И было бы сейчас все по-другому. Чарльстон я имел полное право ставить. Он реально в трех клетках от моей столицы. Мне он просто тут обязательно нужен хотя бы для защиты. Вот. Другое дело, что, наверное, да, с клетками я погорячился. Пингалу на культуру. Жалко, просто побыстрее. Тут такие местечки я сейчас еще разведу. Тут, конечно, так, у нас до Ганзы 5 ходов. Кампус. Ну, понятно, что тут Ганзу я буду ставить, а не кампус. Там плюс 3. Давайте строителя. Надо это тоже вырубать. Так, дружбу с турком. Озарение судостроению. Вдохновение для теологии, кстати. Сделаю. И для судостроения сделаю. Поставлю карточку на... Ну, только не сейчас. Строителей я пока оставлю. Специализированные районы. Да, мне надо... Мне надо с исторических хроник поставлю на 100% к созданию морских юнитов. Так, давайте отметимся, все ли на месте, я буду таймер возвращать. Имп, вообще я тебе предложение там еще кинул, глянь. Какой в золотой век вышли. Хотя турок я представляю, конечно. Там, наверное, уникальный этот. Никто не будет против, если я Бостон отдам индусу. Против. Нельзя передавать все города. Все за. Нет. Я на самом деле за, потому что, ну, человек, он, ну, он ну, пока только учится играть, как бы. И... В смысле, так и что? 112 часов. Пускай захватывает. Если отдать да просто. Нет, ладно, захватить-то я захвачу его. Но время. К этому ну, времени как бы, да. Американец уже выйдет куда-нибудь, я не знаю. Забей американцу. У американца столица в осаде, чел. Короче, нельзя города передавать. Дискорда из игры тоже. Андер, заканчивай ход. Так, торговые пути я, пожалуй, за турка проголосую. Ой, не турка этого, египтянина. Индонеса, может, за тебя, нет? Дополнительные Индонез. Единицы. Так, дополнительные единицы я нашему континенту предлагаю за гипс голосовать. Смотри, у нас у четверых гипс есть. Трипхуан. Наш континент, за что голосовать? Тоже да. Согласен. А если, может, этот драгоценный, как его, алмаз, не? Там, слоновая кость. А я за сахар предлагаю. Через... А, ну я бы... Я зашел. Я, тоже, я бы за соль вообще проголосовал. У меня тут одна штука есть. Соль тема. Бостон захватим. Тут и три штуки. Когда натекла соленая вода и... Так, 4 к Египту прошло и гипс прошел. Отлично. Так. Может, тут Амани? Соленый Чирини. Соляра, да? Так, ну нам надо в Соляра. Ульм. Давайте мы, наверное, в Ульм район. Соляра. Соляда. Солярка. Так, Ульм перестал отваливаться, но вот с Кёльном
без понятия, что делать. Конечно. Так, госслужба. Кстати, когда там у кого союз? У меня через 5 ходов. 6 года. А, ну, где вообще союзы, кстати? После исторических хроник. А, ну я типа тут моя военная экспансия вынуждает меня идти вообще по-другим. Да, блин, дай сюда встать. Так, надо где-то решить, где-то посела сделать. Или вообще может его купить, сколько он будет стоить? 580. Это дофига. Решил еще один лагерь разграбить. Блин, тут один с ходов. Блочки эпохи. И я купил у Аншан юнитов, и заодно он на халяву сейчас еще пограбит. Так, ну тут, наверное, все-таки. А мне, представляешь, получилось дико обидно. Мне не хватило 2 очков опыта, при том, что у меня попадал великий ученый, который давал озарение. Пройдемся по городам. Но очко эпохи. Даже прям я вот вошел дико в обид. Ех. Согласен. Причем, если бы не долбанный ураган, я бы это сделал. А тебе ураган, да, был? А у меня просто за 3 хода до конца ураган, и у меня проект, который должен был закончиться через ход, отлетает на 2. Как говорится, помянем. Да. Слушайте, а на Кёльн кто больше, интересно, влияет? Турок или... Просто я думаю, тогда с турком... Мне кажется, турок должен. То есть я бы с турком культурный союз заключил. Я не пойму, военная подготовка в средневековье или... Дунай. Блин, я что-то не посмотрел, и что? Только плодородность повышена, отлично. Так, это точно нет. Накорми мир, возможно. Международные торговые пути плюс 2 золота городам только со священным местом. Тогда, пожалуй, накорми мир. И здесь давайте межкультурный диалог. Так, Буэнос Айрес получил за то, что я ускорил теологию. За счет этого я бы поставил, кстати, бонус священного места. Вместо городского планирования. Потому что клетки мне скоро надо будет выкупать. Теперь в Гейдельберге в очередь. После строителей поставим храм. И покупаем миссионеров. Дальше. 3 посла. Блин, турок, а не далековато ли ты город-то привел? Который? Который ты хочешь поставить справа.
А ты хочешь там свой поставить? Да. Блин, ну, а не поставил карточку хочешь молчишь, на... Хочешь и молчишь. Ой-ой-ой, не поставил. Я не могу карточку на корабли, я ж хотел. Я говорю, я вижу, что ты не занимаешься. Ладно. А я вижу, что ты надо не занимаешься. Надо галеры все равно. Может, договоримся, что... Ну, ты куда хочешь ставить город? Покажи меткой. Так, пожалуй, тут отложим на один ход производства. Я хочу коммерческий район ставить. А что ты не хочешь на побережье поставить? Вот у тебя две клетки вправо, это становится город. По минус 9 население большое, все равно такое. Да, я вот на место твоего разведчика минус идет. Поставлю, и тогда все влезет. Подожди, не-не-не, на место разведчика, не на место разведчика, а вот слева. А, тут три клетки. Ну или могу вот там, где я стою, прям, ну, рису. Так, вот я отложил производство. А ты поставишь на побережье. В Дортмунде монумент. Амбар что нужен, это? Да. У меня там город стоит, не поместится. Вот сюда я хочу поставить. Сможешь как-то поставить, чтобы я сюда влез? Не, никак. Ну, поставь пониже, под нефрит. А, у... так у меня не влезет. Сейчас. А, вот смотри. Если ты сюда поставишь... На камень, собственно, там. Плюс 4. Так он кампус на плюс 4 и выше становится. А выше у меня город. Не, в смысле, я имею в виду, вот тут у тебя кампус на плюс 4. Для другого города. А, ну так, слушай. Не, ну просто по-другому мы никак не влезем, ни ты, ни я. Китаец, пожалуйста, предложение. Хотя, ну подожди, сейчас я попытаюсь. Слушай, поставь, пожалуйста, вот ты можешь поставить под рис, где 4 еды. Вот туда можешь? Я бы, наверное, Вахин пошел. Я тут уже разберусь. Обращай, то есть большие города, Дортмунд, сам под обратиться, рис, и там пока не еды. Так нужна это религия. Под... Там нету священного места все еще. Сюда? Сейчас. Да. Да, могу. Давай. Убирай тогда этого. Так, тут тоже один ход откладываю мешает производство, пройти. Потому что ганзы появятся. Будешь мне... Нет, убили этот лагерь, давай. Блин. Я надеялся, там появятся эти... Город новый. Приятно иметь с вами дело. Взаимно. Так. Швеция и Турция договорились. Теперь король Швеции может просить убежище в Турции. А там планы строишь? Что-то? Свою виллу на море. Нет, это историческая фигня просто. На кампус мне пишет. Ну он тебе пишет метку на кампус, и что? Не понял. Я пометил места хорошие, можешь поставить районы, где бы я их поставил. Плюс 7. Плюс 7 я только сейчас, потом ну, еще плюс 9 ну, будет. Ну да ладно, пока оставь. Я просто не понял, в чем претензия было. Конкретно. Ну просто не очень красиво, когда так. Когда стоит метка, можно не попасть по значку, к примеру. Ну, если у тебя там юнит стоит. Это такое, по-моему. Какие-то mind games пошли. Да. Слушай, ну я же не поставил вместе боевых действий, поставил глубоко. Так идея метки в чем? Я поставил метку там, где я бы поставил кампус и святое место. Так, а Челинио в чем возмущен? Ну, типа, он, я как понял, на его городе поставил метки, что, типа, мешают. Челини просто как разгневанный мужчина, его теперь все возмущает. Я бы хотел Челинио все-таки услышать, а не вас, ваши домыслы. Не очень удобно, типа, вот, когда стоят такие метки, типа, вот, ну, какие-то лишние. А, то есть он их для тебя поставил? Зачем-то, типа...
Ну, попроси его убрать просто их. Если он не убирает, тогда это его проблемы. Ну, пускай он для себя поставит. Тут, кстати, можно метки для чужого игрока ставить? Я вообще не понимаю, что там происходит. Блин. Ладно, давайте, наверное, пойдем... А, это равнина. А я не открыл лесопилок? Да нет, прикольно. Открыл, да, лесопилку надо, значит. Сори, короче. Ой. Подожди, я могу переименовывать? Никто не против? Переименовывай. А то тоже скажете, что неудобно, там мышка трясется. Не, ты знаешь, есть и такие люди, там они специально переименовывают, чтобы было непонятно, где какой город. Тоже зачем-то. Okay. Ну, например, то есть, например, сейчас походим, таймер, тут таймер идет. Плюс 4. Ну, тут просто еще не достроилось, видите. Челини, как тебе название моего города? Я бы строителя сделал. Там на Челини, я смотрю, жалуются. Я хочу накопить денег и купить посел. Например, переименовывают города, чтобы не было понятно, где космопорт находится. И человек открывает шпионы, ему приходится там искать, понимаешь? Буду вот так играть, короче, вот, ребят. Вот так вот буду играть, типа, близко. Не знаю. Я ничего не могу сделать. Я поставил 720p и 3... Ну, и сколько? 30 FPS. Больше никак там. Не-не-не, там фишка просто в том, что это, скорее всего, от подключения зависит. То есть до момента... Оборона в нападении. Блин, случайно, не знаю. Наверное, я один ход пропустил записи, к сожалению. Я, говорит, всех вас убью. Прошу прощения, если так. Да, блин. Да, тут, наверное, конечно, поработать с распространением придется. Какие странные клетки Гейдельберг присоединяет. Сейчас будет рабочие отправить. А, нет. Смотрите, разрушила. Отлично. Сделаю в Магдебурге все-таки фабрику. Ну как, не отлично, что разрушила. Жалко, что извержение, но зато... Получается, специально лучника подвел, чтобы я в него стрельнул, потом катапульту подвел. Слушайте, давайте сначала Ганзу, потом Кведук. Нет, я забыл. Ну, так, наверное, делают, но это конкретный момент я не пойду. Я думал, вы тактический гений. Думаю, ничего себе. Оказалось, не гений, ну, просто... Да, просто казуал, короче. Да. В общем, стратегия вчерашней игры мне понравилась больше, чем сегодняшняя. Стратегия сегодняшней первой игры, точнее, так сказать, планы на первую игру сегодняшнюю мне понравились больше, чем на эту. Вы хоть поиграли, повоевали. Да. Я помню, мы тоже зарандомили, мне выпала Маури, я наигрался за 20 ходов. Мне понравилось. Да, да. А как насчет забанить Маури? Ну, кстати, да. Ну, типа, он приплывет, не знаю, какому-нибудь гору. Плюс 10, Ганза. Это еще не стоит карточка на соседство. Ну, в сетевой игре он... Кстати, а где она? В гильдиях. Собственно, сюда иду. А, блин, у меня был последний аргумент для Черини. Мачу-Пикчу построить... Мне кажется, все-таки нет. То есть он...
Как раз на те... Ну, хотя здесь еще будет плюс один. Данесса, ты когда в союзах? Ну, я, в принципе, еще думаю. Я просто сейчас вот хочу ускорить торговца. Ее. Если я буду ждать, то примерно ходов через 7-8, наверное. Народ, ну вот это от Золотого века. У тебя морские шведа города точно. Есть, да? Но у него и кампуса есть. В Челине. Плюс 5 кампус. Вот есть, да. Ну и все. А где дамба, кто знает? Возрождение, я думаю. Чего? Ну не скотина. Так, значит, из Берлина чего? Отправляем. Блин, не могу разграбить твои тут улучшения. По 70 монет тут дают. О, кайф, тут еще и классно, селитра очень. Будет. То есть еще плюс к промышленной зоне. Вообще зашибись. Понятно, в левую часть я уже не расселюсь. Да, блин, что за лаги начались? Так, из Магдебурга вроде и не... А, не, бегает. Так и... надо было из Магдебурга и отправить. Давайте из Ульма тогда. А на силу атаки города влияют стены или просто его сила? Ну, стены тоже влияют. Ну, то есть стены возрождения стреляют сильнее, чем отлично. Конечно. На самом деле, еще сильнее влияет, какие у тебя стреляющие юниты есть. То есть, если ты апнешь лучников в арбалеты, то у тебя стены будут стрелять как арбалеты, а не как лучники. Скажите, а промышленность на пряности, она все-таки культуру дает или науку? Культуру, культуру. Потому что написано пряности 20%. Не верь глазам своим. А, я, кстати, Алексей, хотел проверить, как в англоязычной циве. Пряности. Я знаю, там тоже ошибка. А, ну вернемся для апгрейда, наверное. Чили, я в каравеллу, потому что там не проплить. Я не знал, что это ты. Да нет, как бы я... Не обижайся, типа. Было бы не Чилине, было бы лучше, да? Ну, как бы, на самом деле, да. Я хочу спавниться с Чилини теперь всегда. Не прям впритык, но рядом, чтобы знать, где он. Потому что крутой чел. Крутой чел. Я хочу просто знать, где крутые челы все. На другом континенте. Продолжаем. Отжал паузу. Блин, мастерскую строить, не строить... Или лучше тут рабочих поделать пока. Так, следующим ходом... Нет, еще один ход держится, Кёльн. Торок, когда спросить. Союз? Ну, договорить. А у тебя нет желания когда-нибудь сыграть партию в Герои Магии Меча? Ну, я стрелял очень изредка. Зачем, если и так много людей лучше покажут? Я понял. Но это не значит, что я не буду никогда. Не, я понял. Ну, просто если... Слушайте, давайте желание, здесь... То я плюс однозначно. Рабочего пока. Нам надо вот это обработать, мед. И, кстати, что он дает? Гражданских юнитов, вау. Ну, это только в Ахине, как бы... Это точно в Ахине, потому что в Ахине просто других нету ресов. И, кстати, я мед, возможно, монополистом буду. А, нет, не буду, блин. Жаль.
О, отлично, увеличивает количество торговых путей. Это я люблю. Так, 532. По идее, следующим ходом я смогу поселок купить, если не буду деньги ни на что тратить. Классно, у меня менюшка с ГГшками залагала. Кёльн держится из последних сил. Так. В Rocky Dead. Ну, на производство просто надо. Быстрее коммерческий достроился. А вот из Ульма можно и... Хотя не, все равно на производство. Тоже в Rocky Dead отправлю. Блин, а Асуан... Ну, ладно. Будет просто больше давать, к сожалению. Лян. Лян я бы либо в Берлин. Что ты, индусом, ты справляешься с городом? Никак нет. Все, что я привел, это все практически. Ну, я помогу. Ладно. Блин, я уже хотел пирамиды строить, но для этого надо клетку купить. Я хочу следующим ходом купить посело. Блин, тогда и Ганзу бы строить уже. Ладно, давайте торговца пока. Блин, Петру швед построил. Ну, тут стоило бы, конечно, Петру построить, но... А где он ее построил вообще? Я чуть не видел, чтобы у него тут города какие-то в пустыне прям были. А, зачем? Ну, то есть, не знаю, я считаю, это зря очень. Так, средневековые ярмарки. Я тут что-то хотел поменять, по-моему. Может, строителей пока убрать? Первого посла точно не хочу. Да нет, в принципе. Ну, я иду в гильдии, чтобы вот это поставить. Так что не меняем. Так, и где у нас каравеллы? Мне бы в картографию, конечно, тоже выйти. С помощью копейщика уничтожить врага. Две гавани. Метку подбираемся. Блин, тут уже Магдебург обратился. Ну, будем обращать обратно. Да, тут, конечно,
Трындец, ганзы будут. Я там союзы вышел, чили, что будем заключать? Ну давай на деньги, наверное. Или ты хочешь другой какой-то? Так. Тут типа не просто... Не собралось. Я бы пока, может, какой-то другой, а то у меня тут сколько... караваны пока к монголу ходят. Следующим ходом. Хотя, тогда принципе, можно выкупить клетку. Давайте я бы сначала ганзу построил. Давай, вообще сейчас какой? Точно сначала мишки. Торговца я хочу. Давай. Я тебе кину. Так, тут строитель есть. Мачу-пикчу. Ну, мастерские, наверное. Анкорват слишком долго. Вообще, следующим ходом торговца тут можно будет. Да, давайте в Магдебурге отложу на один ход производства. Лини, ты оценил места, которые тебе достались? Норм. Что, там уже все забирают, да? Мирного Ганди. Нет, там американец уже все. Ну, зато 300 рублей сэкономил. Ну ладно, попробовал другую стратегию, тоже вариант. Но не против Челлини. Что есть Челлини, такого монстра делают. Согласен. Не, ганза вообще... Мира миллион. Конечно. Ганза просто бомба. С коммерческими районами. Ну, мне просто еще немножко не повезло, что приходится вместо гавани коммерческие районы. Но только в одном городе, в Берлине. Поэтому терпимо. Тут вот еще это соседство будет. То есть 5 и в итоге 7. 9. То есть 18. Нормально? По-моему, нормально. А места там, конечно, огонь. Да, ну вахи не буду. Промышленное производство делать. Опять ульм отваливается. Оставишь название городов в памяти обо мне? Конечно. А, ну и потому что Кёльн, кстати, еще. Возможно, сейчас ульм вернется в нормальное. Так, давайте тут Магнуса опять в Кёльн. Ой, индуса, ты не можешь там как-то на клетку поставить пониже, типа город? Вот ты, который ведешь там, вот Мохенджо-Даро. Я просто там хотел еще один уместить. Египет. Смотри. Я, короче, так скажу. Я думаю, все-таки Египет планирует на максимум турка нападать. На клетку выше только могу поставить. Ну, потому что слишком мало армии. А на клетку ниже никак? Ну, нет, хотя, в принципе, левее чуть-чуть могу и все, ниже.
Ладно, в Берлине куплю. Ну вот мне осталось только тут город поставить, и я буду уже доволен всеми своими городами. Может, здесь еще? Ну тут прям надо не под вулкан, понимаете? Это где-то здесь. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!